31 марта 1995 года в Анахайме, штат Калифорния, США, мексиканский чемпион мира в первом наилегчайшем весе по версии WBC и IBF Умберто Гонсалес провел очередную защиту принадлежавших ему титулов. Его соперником стал колумбиец Хесус Суниго. Начало поединка прошло в осторожной разведке с обеих сторон. Начиная с третьего раунда, мексиканец нашел свою дистанцию и все чаще попадал тяжелыми ударами по менее техничному противнику. В пятой трехминутке мощной серии Гонсалес отправил претендента на канвас. Суниго не поднялся до завершения отсчета рефери, и судья в ринге зафиксировал досрочную победу чемпиона. 31 марта 1990 года в Тампе, штат Флорида, США, чемпион мира в первом среднем весе по версии WBC угандиец Джон Мугаби вышел на ринг, чтобы провести первую защиту принадлежавшего ему титула. Его соперником стал американец Терри Норрис. Скоротечный поединок завершился в конце первого раунда. Сначала Норрис точной комбинацией, начавшейся с тяжелого хука слева, отправил Мугаби на канвас. Чемпион смог подняться и стал клинчевать, действуя в режиме выживания еще полторы минуты, после чего Норрис точным правым ударом отправил соперника в нокаут. Этот нокаут был признан лучшим нокаутом 1990 года, а Терри Норрис стал новым чемпионом мира. 31 марта 2012 года в Канкуне, Мексика, в отборочном поединке за титул чемпиона мира в легком весе по версии WBC встретились экс-чемпион мира в двух весовых категориях венесуэлец Хорхе Линарес и мексиканец Серхио Томпсон. Со стартового гонга противники принялись ожесточенно обмениваться ударами, и в первом раунде Линаресу удалось слегка потрясти своего соперника. Хорхе неплохо начал следующую трехминутку, но в одном из эпизодов Томпсон потряс венесуэльца мощнейшим правым через руку. Серхио тут же бросился на добивание и затяжной серией ударов отправил соперника в тяжелый нокдаун. Линарес поднялся и достоял до конца раунда. В перерыве врач осмотрел рассечение над левым глазом венесуэльского боксера и остановил поединок. Рефери зафиксировал досрочную победу Серхио Томпсона. 31 марта 1995 года в Анахайме, штат Калифорния, США, чемпион мира в первом полулегком весе по версии WBO пуэрториканец Даниэль Хименес вышел на ринг, чтобы провести защиту принадлежавшего ему титула. Его соперником стал не имевший поражений мексиканский боксер Марк Антонио Баррера. Поединок прошел в конкурентной борьбе, где в большинстве раундов Баррера выглядел предпочтительнее за счет своей активности. Чемпион хорошо работал комбинациями, но его удары не нанесли ощутимого урона сопернику. В итоге мексиканец выиграл единогласным решением судей и завоевал первый мировой титул в своей карьере.